А ты это вы... Ой, ну Лёха, сейчас скоро попасть. Давай, не стану. Последняя катка, наверное. Даже обратно можешь вернуться. Так это чё, третий спаун, да? Мне надо наверх. Да, Кача, вот этот... Блин, ремонт контрол. Ну ладно, не курю, сделать сюда быстро, там прям так прибежит. Хотя на Фуриосе его дед бы медленно бежал, он бы все стены протер. Да, он как бежал, стены протер. Все двери бы пооткрывал. Ой, пошумел полом. Бабка... Сейчас же дед еще сюда идет, и чё? Она по себе было бы плохо, особенно если бы ты был с предметом. Предмет бы у тебя выкинулся просто. Ну, я говорю в импасе. Надо прям тут, да, нужно аккуратнее прыгать. Чел, как ты что-то вообще... О, Grandpa's Waste, ну все, это победа. Ой, это фигня, фигню сделанная, наверное. Реально, зачем? Понял, зачем нужен фонарик, а как ты поймешь, Анжела Лектера или нет? Боже, не видно. Ладно, давай туда сходим. Цифра 2. Анжела не Лектер. Ага.
еще раз. Не вот. Должен быть. Ну, если она, конечно, тут по-другому не двигает. Реально. Интересно, почему темно? А что ты зовёшь Анжелу, что ли? Этим. Капец, это же Иви. Вот если бы она это не светила, то да, там. Это вообще изи. Даже на обычный экстрим. На телефоне сложнее. Потому что там баги. Waypoint bug. Прячь. Где-то оказывается наверху. Да, дед оказывается наверху. Не, ну дед специально так стоит. А зачем надо? Не надо. Хорошо, дед не слышит крыс. Сейчас бабка наверху, оказывается, заспала. Только ничего из дырку тебя спалит. Что-то вообще слишком легко. Как можно закрыть камеру и по одному. Дед откроет камеру, если не откручивать винтики. Так вот, мой дед может вместо тебя открыть. Паука делает, например. Дед болотник. Он, получается, побежит через ту комнату с Анжелой.
можешь в баню закинуть ганпавей. Ты не пря... Ты аккуратно обойди ее. Бабка, если что, так ты не успеешь, если она не Анжела. Дед, где дед болотник? Так, ну, дед, наверное, во дворе. Хотя нет, он бы уже вышел, наверное, оттуда. А где дед тогда? Как бабка споделать? А, точно, значит. Она же дверь открывала, я думал, что она, наверное, тебя не спалила, я думал. Раз не пришли, не бежала. Но, оказывается, там дверь открывает. Лысый. Так ты иди туда сразу. Там же Тедди. Иди сразу вот туда, проход, там же Тедди. Ну ладно. Дед спать пойдет. Ты бы уже с Тедди туда сходил, там нахаманул, нормально все было бы. Что ты сделал? Капец. Главное на голову деда так не упасть. Надо закинуть ключ еще. Ну, в эту дырку, которую я только что закинул. Все, ты победил, значит. А дед не ушел? Дед спит. Дед. Дед, ты чё?
Если это на исполнен баг работает. Не бери, зачем оно? Надо еще стейдер бежать, чтобы сантерина открыть. По-моему, кстати, фонарика пройти, то там что-то откроется на это разновое. Или хз. Там, по-моему, три вопросика откроются какие-то. Нет. Да. Значит, новая версия. Это откроется без фонарика. Капец, она слепая, прям впритык мини там делал. Чё с тобой? Три надо. За кусачками. Ну, если она наверх пошла, то все успей. Вот если бы Анжела не светилась, вот это было бы реально хард. Блин, не даже волосы светятся. Ну зачем? Давай просто сбежим, я сейчас спать пойду. Я через один побег сбежал. Где-то он это, где-то он упал. Бавиться от шотгана.